В академии «Локомотива» еще маленького, но уже высокого для своих лет Даниила Худякова сразу определили вратарем. И поначалу своим амплуа будущее открытие текущего сезона было недовольно настолько, что дело доходило до слез. Но всякий раз их приходилось вытирать и вновь надевать вратарские перчатки. В итоге Даня полюбил игру в воротах, и голкипером он прошел все ступени футбольного образования в Лока. После выпуска из академии в 2020-м Даня провел один матч в молодежный состав, а затем в том же году дебютировал за Казанку. Потом были первые сборы с основной командой в январе 21-го. И неожиданный даже для самого Даниила дебют в премьер-лиге. В гостевом матче 9-го тура против Химок Худяков вышел в начале второго тайма и достойно заменил в воротах удаленного Гильерми, отыграв на ноль при двух зрелищных сейвах. Через два месяца случился еще один дебют, на этот раз рекордный. Выйдя в стартовом составе на матч группового этапа Лиги Европы против Лацио в возрасте 17 лет и 10 месяцев, Даниил Худяков стал самым молодым российским вратарем в истории Еврокубков. И есть все основания полагать, что это только начало большого пути.